Всем здорово! Я как бы сегодня играю в симулятор другого человека. Хотите, я вам один чип покажу? Сейчас я буду играть. Вы это видели? Кстати, вот еще один баг. Я как бы его случайно нашел. OMG, this bad boy can fit so much spaghetti in it. Что делать? Я вообще думал, он такой. Кто здесь отдыхать будет? Ладно, ходи, я куплю себе полупустик. Вот прозрачное место. Немножко зовут трюк. Ну тут просто прозрачное место есть. Тут большой скорость. Прозрачное.
Блин, на чем я поеду? Естественно, на моем чите. Пока нищеброды. Там они что-то строят. Я раньше думал, что я слышу. Вот здесь пустыня. Ну, кстати, на этой локации не может такого быть, что тут не будет. Ну, тут не будет, короче. Ничего тут не будет. Какого-то кода. Стоп. Тут грозный крест. Вновь глянем. А там что? Ну, давайте сделать. Это маленький детский. Я не считаю. Ладно, раз просто вертиком я не очень умею управлять, никогда им не буду управлять. Пойдем, поехали сюда. Стойте, если вы хотите, чтобы... Если вы хотите, чтобы я снял первую часть бума, то тогда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я не знаю, как это. Это не первая часть бума, если что. Это просто... Это просто я... Ну хоть наконец-то я нормально. Я тут могу нарвиться. Погнали с ним. Кстати, газ я не буду тратить. Наконец-то.
Я не помню, где это начинается. Давайте туда поедем. Да, я, по-моему, туда ехал. Да, все помню, я туда ехал. Я же говорил, что я в поле буду все послушать. Если вы хотите вторую часть, на откуда? Погнали к ним. Я приготовлюсь уезжать. Я буду ехать сюда. Вообще странно, конечно. Я еду получать свой голубец. Я как-то подумала. Ты видишь, откуда ты здесь взялся?